Всем привет! Сегодня мы запишем и обработаем вокал. Специально для этого я запишу заново свою песню. Поехали! Опять новый день, новый полет, и несет тебя над облаками самолет. Океан под крылом, и далеко где-то твой дом. Твои два чемодана в багажном отсеке, в кармане билеты из дьюти-фри чеки. И стюардесса опять конфеты будет предлагать. Снова новый город, где ты? Между нами километры, но на телефоне есть кэш, и ты мне снова позвони. Ты плохая, искали сила мир от края и до края. Ты плохая, ну посиди чуть-чуть со мной. От Камчатки до Майами волосы разбивались ветрами, самолетами и поездами. Никогда ты не была ручной. Пойдемте теперь обработаем все это. Наша акапелла записана. Дорожка с акапеллой идет на AUX Vocal 1, где пока не висит ни один эффект. Вот эти посылы, они неактивны. Давайте послушаем, как звучит сухой звук без музыки. Опять новый день, новый полет, и несет тебя над облаками самолет. Океан под крылом, и далеко где-то твой дом. Хорошая чистая капелла. Давайте сделаем небольшое отступление, и я покажу вам свой звуковой тракт. Звуковой тракт состоит из микрофона Neumann U87AI. Заметьте, направленность микрофона выставлена на кардиоиду. Неотъемлемая часть — поп-фильтр. Дальше голос попадает на преамп DBX-376, на котором работает только блок компрессии, причем очень небольшой. Эквализация и деэссер отключены. Дальше звуковой сигнал попадает на аудиоинтерфейс Apogee Assembly и непосредственно в наш проект. Давайте теперь запишем бэк-вокал на припев. Ты плохая, искали сила мира от края и до края. Ты плохая, ну посиди чуть-чуть со мной. От Камчатки и до Майами волосы разбивались ветрами, самолетами и поездами. Никогда ты не была ручной. Теперь у нас есть припев в два голоса. Давайте послушаем акапельно. Ты плохая, искали сила мир от края и до края. Ты плохая, ну посиди чуть-чуть со мной. От Камчатки и до Майами волосы разбивались ветрами, самолетами и поездами. Никогда ты не была ручной. Теперь давайте выровняем наш бэк и основной вокал, чтобы они идеально подходили друг к другу по ритмике. Для этого я выгрузил акапеллы из Pro Tools и загружу их в Logic, воспользовавшись одним очень замечательным плагином. Давайте посмотрим. Акапелла в Logic подгружена. Здесь основной вокал и бэк-вокал. Теперь мы воспользуемся замечательным плагином фирмы SynchroArts под названием Vocaligon. Вешаем его на наш бэк. В Sidechain выбираем нашу основную акапеллу. Дальше нажимаем Capture Audio и включаем всю нашу акапеллу от начала до конца. Ты плохая, ты плохая. Никогда ты не была ручной. Отлично. Наша акапелла прочиталась. Теперь мы нажимаем кнопочку Analyze, Aligon и Edit. Слушаем, что получилось. Ты плохая, искали сила мир от края и до края. Ты плохая, ну посиди чуть-чуть со мной. От Камчатки и до Майами волосы разбивались ветрами, самолетами и поездами. Никогда ты не была ручной. Отлично, акапелла выровнялась, особенно это заметно на гласных звуках ПТ, которые стали очень-очень синхронны друг с другом. Раньше они не попадали. Теперь выгрузим нашу акапеллу обратно в Pro Tools. Подгружаем
наш вокал в Pro Tools, обработанный бэк, и будем делать обработку. Старую дорожку мы замутируем, сделаем неактивной. Слушаем. Плохая, ты плохая, искали сила мир от края и до края. Отлично, все играет как надо. Хоть голос уже и закомпрессирован на железном компрессоре до входа в компьютер, я все равно на каждую акапеллу люблю вешать небольшую компрессию. Мне очень импонирует плагин от Waves, называется он AirVox. Здесь мы добавляем небольшую компрессию. Слушаем. Опять новый день, новый полет, и несет тебя над облаками самолет, океан под крылом, и далеко где-то твой дом. Вот этого будет достаточно. Теперь вешаем AirVox также на наш бэк-вокал. Опять новый... Ты плохая, искали сила мир от края и до края, ты плохая. Отлично. А теперь давайте начнем эквализировать наш вокал. Мне очень нравится эквалайзер от FabFilter, называется Pro-Q. Чем он так хорош? У него есть очень приятный анализатор, который включается вот так. Слушаем и смотрим. Опять новый день, новый полет, и несет тебя над облаками самолет. Вот все, что играет вот здесь внизу, это нам совершенно не нужно, дает лишь гул и просто пожирает энергию микса. Мы отсекаем весь низ, можем послушать, что мы отсекаем, нажав на кнопочку с наушниками. Вот до 70 там вообще ничего не слышно. Можно даже поднять чуть побольше. Дальше. Ищем неприятные частоты, от которых мы должны избавиться. Опять новый день, новый полет, и несет тебя над облаками самолет, океан под крылом. Вот мутная частота, которую следует немножечко убрать. Опять новый день, новый полет, и несет тебя над облаками самолет. Продолжаем поиски частот. Опять новый день, новый полет, и несет тебя над облаками самолет, океан. Вот тоже неприятная резонирующая частота. Уберем. Опять новый день, новый полет, и несет тебя. Теперь обычно в районе 3-3,5 Гц тоже неприятные звуки бывают. Слушаем, ищем здесь. Опять новый день, новый полет, и несет тебя над облаками самолет, океан под крылом. Вот это мне не нравится. Немножечко уберем. Опять новый день, новый полет, и несет тебя над облаками самолет. Дальше ищем в серединке. Опять новый день, новый полет, и несет тебя над облаками самолет. И очень полезная частота в голосе — это в районе 1000 Гц. Поищем нужную и добавим немножко. Опять новый день, новый полет, и несет тебя над облаками самолет, океан под крылом, и далеко где-то твой дом. Ну и добавляем высокие частоты. Некоторые микрофоны слишком сильно пишут высокие частоты, то есть много их. Мой, например, микрофон, у него достаточно ровная чиха, и мне нужны высокие частоты больше, чем они записываются. Слушаем. Опять новый день, новый полет, и несет тебя над облаками самолет, океан под крылом, и далеко где-то твой дом. Вот, пускай будет так. Дальше, следующий плагин, чаще всего нужный, но иногда не имеет смысла вешать, если буковка S хорошая, это DSR. Давайте все равно повесим и послушаем, как будет справляться с буковкой S наш DSR. Я воспользовался десером от Mac DSP. Опять новый день, новый полет. Ищем частоту, которая нам неприятна. Опять новый день, новый полет, и несет тебя над облаками самолет. Ну, давайте здесь немножечко подрежем. Опять новый день, новый полет,
и несет тебя над облаками самолет. Океан. Хорошо. Следующим эффектом я вешаю компрессор. Как я уже писал в нашей группе ВКонтакте, мне очень нравится компрессор, опять-таки от Waves, и называется он KLA-76. Давайте настроим. Включаем вот эту галочку на off, чтобы было меньше шума шипа. Это как бы имитация железного прибора, и можно сымитировать шип, шум, гул, даже я бы сказал, электросети. 50 или 60 Гц. Но я его выключу. Дальше можно ratio сделать побольше. И найдем нужные параметры нашей компрессии. Опять новый день, новый полет. И несет тебя над облаками самолет. Океан под крылом. И далеко где-то твой дом. Твои два чемодана в багажном отсеке. В кармане билеты из дьюти-фри чеки. И стюардесса опять конфеты будет предлагать. Вот сейчас хорошо компрессируется звук, получается более плотный, и этот плагин дает какую-то свою магию тоже. Заметьте, не больше 3-5 децибел ужимаем мы нашу акапеллу. Послушаем место, где играют вместе с бэком. Кая, ты плохая, искали сила мир от края и до края. Ты плохая, ты плохая. Ну, вот тоже не заходит за пятерочку в основном. Хорошо. Дальше мы добавим пространственную обработку, а именно реверберацию нашему миксу. Воспользуемся плагином от фирмы Waves и AirLife. Здесь я выбираю один из пресетов. Мне очень нравится Live Room 1. Он добавляет очень хорошую комнату, очень приятную по звуку. Послушаем, как она звучит. Полностью обработанная. Опять новый день, новый полет. Сразу можем на эквалайзере в этом плагине убрать ненужные частоты, верхние или нижние. Опять новый день, новый полет. И несет тебя над облаками самолет. Океан под крылом. И далеко. А теперь уберем ручку микс на ноль и будем добавлять столько эффекта, сколько нам нужно. Опять новый день, новый полет, и несет тебя над облаками самолет, океан под крылом. Это очень заметный на самом деле эффект получился. В предыдущем уроке мы уже обрабатывали ревербераторами гитару, бас, барабаны. Здесь те же самые у нас условия обработки, то есть возьмем ту обработку, которая висит на гитарах, послушаем. Опять новый. Так, капеллу замутируем. Это более дальний план, чем у нас уже висит на нашей акапелле. Скопируем этот эффект на нашу обработку вокала, на наш AUX. Послушаем. Опять новый день, новый полет, и несет тебя над облаками самолет. Океан под крылом. Я теперь тоже буду отключать и включать эффект. Опять новый день, новый полет. И несет тебя над облаками самолет. Океан под крылом. Угу, звучит хорошо. Дальше мы применим дилей на нашей акапелле. Активирую посыл на наш дилей. Активирую дорожку с дилеем. Здесь у меня висит Echo Boy от Sound Toys. Очень хороший дилей. Ручка микс на максимуме, потому что нам нужен здесь только обработанный сигнал. Фидбэк подбираем под наши нужды. Эхо тайм делаем небольшое. Темп выставляется автоматически, как темп нашей композиции. Послушаем, какой дает эффект наш дилей. Опять новый день, новый полет. Конечно, столько много нам его не надо. Добавляем чуть-чуть. Опять новый день, новый полет. И несет тебя над облаками самолет. Океан под крылом. Вот столько будет достаточно. Здесь дилей нам нужен не для того, чтобы быть эффектом дилея, да? То есть повторение каких-то слов отдельных. На отдельные слова вешается
более длинная задержка, и выделяются именно эти слова. Здесь же на всей акапелле у нас висит очень короткий дилей, который будет заполнять наш микс и делать его более плотным. Ну и добавим самый дальний план реверберации. Тоже как посыл я его поставил. И это береверб. Послушаем, когда у нас много эффекта. Опять новый день, новый по... Очень длинный хвост у этого ревербератора. А теперь давайте его отрегулируем. Очень хорошо и удобно регулировать длинные ревербераторы, ревербераторы с длинными хвостами, не прослушивая акапеллу, а постоянно ее останавливая. Опять новый день! Опять новый день! Вот слышно хвост, остаток от акапеллы, когда мы выключаем. Опять новый день! Опять новый день! Вот так будет достаточно. Послушаем теперь с музыкой. И подредактируем те обработки, которые у нас сразу не получились без музыки. Опять новый день, новый полет, и несет тебя над облаками самолет. Ну, вот слышно, что дилея перебор. Опять новый день, новый полет, и несет тебя над облаками самолет. А также реверберацию можно поменьше сделать. Опять новый день, новый полет, и несет тебя над облаками самолет. Океан под крылом, и далеко где-то твой дом. Твои два... Ну и дальше отредактируем громкость нашей всей акапеллы. Опять новый день, новый полет, и несет тебя над облаками самолет. Океан под крылом, и далеко где-то твой дом. Давайте послушаем с применением всех эффектов и без эффектов. Опять новый день, новый полет, и несет тебя над облаками самолет. Опять новый день, новый полет, и несет тебя над облаками самолет. Спасибо за внимание, отличных вам миксов, отличной записи вокала и с наступающим Новым годом. Всем пока-пока, подписывайтесь на наш канал. Опять новый день, новый полет, и несет тебя над облаками самолет. Океан под крылом, и далеко где-то твой дом.